Это за хакер тупо в стену смотрит, блядь. И в конце раунда у него больше всего очков. Тут походу тишина. Он что знала, умела, осталось в детстве. Как теперь начесаться, как теперь одеться или раздеться? Нет, раздеться вот так вот сразу, вдруг потом не поймет отказа. А если без отказа, все и сразу, пусть что будет на волне экстаза. Какого экстаза? Б, left, one. Скажешь матери, был бы отец, проехали, хватит. А друзья, он их сколько зовет дружбанить. Всех залочить, всех забанить. Всех в игнор, всех на жесткий лимитит. Друзья реальные, друзья простые. Там Денис, он не добитый 50, что он там где-то. Да сук! Справа Рекон, посередине. На. На Б трое. Не надо. Смотри, он идет опять снизу.
замело, боль впитала то тепло, то, что скрывает по ночам, твои руки по моим плечам, одиночество съедает меня, в сердце больше вся любовь выпита до дна. И думаю, что это моя вина, по телу мелкая дрожь, одним словом меня уничтожь. Снайпер наверху, слева. Как-то они внезапно так, блять, и быстро. Слева за зеленой хуйней. Да не. Слева прям на входе на нашем босс был. Блять, Том Кленси в конце справа. Там как грязь. Безотказных страстей, прости. Холодный дождь откуда-то возник. Иди по тому. Давай вернемся хотя бы до восьми. Мой город стих и ноты насти. И это частный мод и насти. Это счастье. Он слева на мосту сидит, блядь. Наверху. Летела над лужами, но не апрель, а простужен был твоим смертельным оружием.
Видимо, сам я себя убил. Чисто. Блять, спасибо. Справа, блять. Смотри, справа. Я имел в виду его. Или имел просто в виду. Здрасте, это ли несчастье? Но душа летела над лужами, но не апрельно простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Сзади к нам зашли. Бля. Вот так. Нормально. Придержали их. Видимо, сам я себя убил. Парень с туннеля по нам стреляет. Там двое. Все, убрали туннель. А, блять, меня снизу, сверху снесли. Снайпер налево, в здании. Пиздец, нас шесть. И уже давно. Я не заметил. В итоге мы с тобой вчетвером только бежим, остальные все не сюда. А как он так быстро? Да где-то он сзади там, блядь, валил. Сверху. Да нереально, мы только спрыгивали туда, а он уже валил. Жарко на точке. Наверх он опять снайпер пошел. Вверх снайпер у них. Знаете, сверху не могу, по мысли как-то проще. Любовь давно ушла, и в мире истекла. Ищу любви спасенья, слышишь? Смотрю в твои глаза, пустые зеркала. Ищу в них отражения. Come on!
Сразу смотри слева, Астрахань. Это слева двое, и снайпер, блядь. Пиздец, короче. Я видел. Не, ну я так просто предупредил. Ради приличия. Он за дверью сразу за первой этой херней. Вот ты его и видел. Ну, сразу сидит за, за ящиками. За ящиком, где мышки. Может, побежали все тупо на Б? Там. Почему, сука, я их не могу, блядь, завалить с 3-4, блядь? Амазила еще где? Давайте на Б. Да сейчас на А, может, овертайм возьмем. Фокс не удался. Ты раньше не мог его убить, а? Да не ебать копать. Нас просто меньше, поэтому нам тяжело. Сверху двое. Left, left. Dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai.
Денис, куда он побежал? Он сюда бежит, на А, или там остался? А где он был? По центру сверху стоит один, ближе к нам. Там Канада пошел, давайте. Я буду сейчас их это пересекать на выходе. Наверху на мосту двое. Слева. Майк, он ушел. Где видят? Да, я хуй пробьемся, блядь. Я могу солнышком надавить, я заряжен. Так давай. Блять, валя тупо. По правой, короче, где вышка, оттуда начну. Там чисто, там Микки почистил чуть-чуть, блять. Один остался сверху, на втором этаже. Справа один к нам идет. Да ебать он со своей...